Всем привет и хорошего настроения! Здравствуйте, дорогие единомышленники! Привет всем зрителям нашего канала! Сегодня я все-таки пользуюсь тем, что пока не разобрал вот это вот все нагромождение аппаратуры, бардак жуткий в комнате. Пока жду ваших предложений о том, что мы будем слушать в рубрике «Подшорох шелачного диска». Я решил предложить вашему вниманию вот такую пластиночку замечательную. Ленинградского совнархоза, ГОСТ 56-го года, кстати, состояние очень приличное. На этой пластиночке нас порадует своим пением Клавдия Шульженко. Вот, на одной стороне, на первой, тут не подписано, какая первая, какая вторая, будем считать, что это первая. Песня «Андрюша» в исполнении Клавдия Шульженко в сопровождении эстрадного оркестра. А на второй стороне песня «Чилита», мексиканская народная песня в обработке Феркельмана, русский текст Лобковского, Клавдия Шульженко и эстрадный оркестр. Пластиночка эта замечательна тем, что она принадлежит моей тетушке Жердиной Валентине Павловне, и слушалась она вот именно на этом проигрывателе «Юбилейный». Именно на этом проекте юбилейного прослушать тетушкой моей, заслуженной работницей одного из ленинградских номерных заводов. Вот, 83 года моей тетушке, сейчас Жердиной Валентине Павловне. Вот, проживает она с нами. Вот и хочу вам ее представить. Тетя Валь, передайте привет. Привет всем. Привет всем зрителям старых песен. Да. Всем любителям, вероятно, старой песни. Вот, Валентина Павловна, как бы в свое время эти пластинки слушала и сберегла, за что ей большое наше признание, да, Валентина Павловна? Вот. Ну и желаем счастья, здоровья и долгих-долгих лет жизни. А вас приглашаю всех к прослушиванию этого замечательного диска. Итак, все ли у нас включено? Внимание! Мотор. Начнем, видимо, с Клавдии Шульженко, с песни «Андрюша». Приятного прослушивания. Первая сторона закончилась.
Ну, теперь послушаем мексиканскую песню в исполнении Клавдии Шульженко, замечательной нашей эстрадной певицы. Спасибо еще раз Валентине Павловне за то, что сберегла эти диски. Что такое? Иголочки не заходят. О! Ей возражать опасно. И утром, и ночью поет и хохочет, веселье горит не как пламя. И шутит она над нами, и с нею мы шутим с нами. Ай-яй-яй-яй, что за девчонка? Она все сначала же сыщет ответ, всегда смеется звонко. Жемчужные гобри сулят ей сеньоры, но денег чилить не надо. Она и села, и рада, без денег и без наряда. По нраву чилить лишь солнце в зените, а всех кавалеров шикарней. Считай простого парня, что служит у нас в пекарне. На все тончат и распыщет ответ, всегда смеется звонка. Ай-яй-яй, зря ищи ты, в деревне нашей права же нет, другой такой челиды. Для нашей челиты все двери открыты, хоть лет ей не полных 17, но взрослые все признаться, ее как огня боятся. И любим ее мы, и терпим ее мы, и справиться с нею нет мочи. Над нами она хохочет и делает все, что хочет. Ой-ой-ой-ой, ну что? На все тотчас же сыщет ответ, всегда смеется звонка. Ай-яй-яй, зря не ищи ты, в деревне нашей правой же нет другой такой череды. Вот такие замечательные песни мы с вами сейчас прослушали. Оставайтесь на канале и жду ваших предложений по поводу дальнейшей программы, а также названия этой рубрики нашего канала. Всегда с вами, всем привет и хорошего настроения, Сергей.